Здравствуйте, в эфире новости Курган.ру, в студии Ольга Тыщик. За полчаса расскажем о самых значимых событиях региона. Выстрелил в себя, в Заурале сезон охоты начался с происшествия. Программа модернизации здравоохранения заканчивается, выполнено не все. В школу неполным составом комиссия по делам несовершеннолетних усаживает за парты трудных подростков. 5 сентября исполняется 20 лет со дня основания психологической службы УФСИН. О том, почему в 4-й исправительной колонии для женщин этот праздник отмечают как сотрудники, так и заключенные, в нашем первом сюжете. У меня, как бы, я потеряла отца, и в первую очередь я пошла к ним. Ну, потому что мне там легко. Вот я поговорила. Даже бывает такое, что просто зайдешь, там играет спокойная музыка, сядешь, и все равно устаешь же от такого количества народа. А там ты себя чувствуешь расслабленно. Мне легче было перенести потерю отца благодаря им, психологам нашим. Со дня смерти отца женщины прошло чуть более 40 суток. Известие о беде застало Олесю Лоскутову в стенах исправительного учреждения. Полгода назад суд признал ее виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. Дома ждет мама, сестра, племянник, с которыми я поддерживаю связь. И как бы любят, ценят, дорожат, несмотря на то, что я оказалась здесь. Справляться с тоской по домашним и адаптацией на новом месте осужденные помогают психологи. В Курганской области психологическая служба УФСИН действует уже 20 лет. 44 высококлассных специалиста в каждом из исправительных учреждений Зауралья ежедневно помогают заключенным решать проблемы различного характера. Когда к нам поступают осужденные в карантин, то мы также проводим психодиагностические мероприятия, беседуем. Изучаем осужденную как личность, пишем заключение, на основе которой строится полностью работа с осужденной. Уже на этом этапе изучаются личностные качества, мотивы и преступления осужденных. Далее специалисты разрабатывают и воплощают в жизнь план коррекции их поведения. Вы уже заметили, они в гражданской одежде всегда находятся. Значит, это для того, чтобы был контакт, чтобы это была не форменная одежда, а это был контакт между людьми. Вот, поэтому, значит, конечно, психологи более подробно расспрашивают, более качественно вникают во все их жизненные проблемы. Поэтому, конечно, к психологам они, вот как уже и говорили сегодня, они ходят с удовольствием. По словам Татьяны Симоновой, не только осужденные нуждаются в поддержке психологов. Сотрудники колоний также должны регулярно проходить обследования и различные тренинги. Работа начинается задолго до их вступления в должность. Нести службу отправляют только тщательно проверенных и морально готовых людей. Только за последний год сотрудники психологической службы провели более 20 тысяч обследований осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Также на беседах у психологов побывали более 5000 сотрудников УФСИН. Юлия Кобылина, Александр Менщиков, Андрей Бахарев, информационное агентство Курган.ру. В Заурале охотник случайно подстрелил себя. По данным Департамента природных ресурсов, с начала открытия сезона в Курганской области выявлено 60 нарушений правил охоты. Протоколы составлены как на местных жителей, так и на граждан из соседних областей Свердловской и Челябинской. У нарушителей изъяты 17 единиц оружия и 18 единиц орудий охоты. Браконьерами незаконно добыто 2 лебедя и 25 уток. Не обошлось и без несчастных случаев. Так, на территории Лебяжьевского района охотник случайно выстрелил себе в голову. К счастью, мужчина остался жив. Всего с начала текущего года в Курганской области незаконно добыто 118 копытных животных. Из них 93 косули, 15 лосей, 10 кабанов. Своих жертв мошенники закопали заживо. Так они решили завладеть недвижимостью гражданских супругов в селе Веденское. Дело об убийстве с особой жестокостью завершено отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета области. Подробности преступления расскажет Оксана Савакова. Жуткая история стала известна благодаря явке с повинной одного из фигурантов преступной группы Андрея Пшеничникова. Молодой человек рассказал, летом прошлого года житель Кургана Анатолий Лишуков решил поправить свое материальное положение. Пообещав легкие деньги, собрал подельников. Схема простая – обманом забрать у пьющих владельцев недвижимость. Вскоре подходящие кандидаты нашлись 51-летний мужчина и его 44-летняя гражданская супруга из села Веденское. Познакомились быстро. Девушки, обе Светланы, Постовалова и Турова, раньше проживали в деревне, поэтому с помощью бутылки скоро стали своими в доме будущих жертв. Войдя в доверие к данному мужчине, похитили у него паспорт, а также правоустанавливающие документы на жилой дом и земельный участок. В дальнейшем при помощи Михайлова была оформлена доверенность у нотариуса на право распоряжения указанным имуществом. Причем в качестве нашего потерпевшего
кому принадлежал дом, выступал Михайлов. А доверенность была оформлена на другого соучастника Пшеничникова. Заключив договор купли-продажи, мошенники предоставили документы в управление Росреестра, после чего сделка была оформлена. От ненужных уже жильцов пора было избавляться. Их напоили до бесчувствия, вывезли в лес и закопали еще живыми. Он открыл багажник, взял оттуда лопату, и мы пошли в лес. С какой целью, что при этом пояснял? Пояснял, что надо Смыслова и Галину закопать. Но и оставлять жизнь подельникам организатор не собирался. Начал с женщин. Предложив своему приятелю Анисимову за деньги убить Постовалову, мужчины поехали с подругой в заброшенный дачный кооператив. Анисимов сначала согласился с предложением Лешукова, начал наносить удары Постоваловой, но потом, видимо, опасаясь в дальнейшем быть привлеченным к уголовной ответственности, от убийства Постоваловой отказался. А вот Светлане Туровой спастись не удалось. Опять же, убедив Анисимова в необходимости устранения соучастницы, организатор с исполнителем и жертвой оказались в микрорайоне Керамзитный. Вблизи водоема Анисимов нанес женщине несколько ударов, битой по голове, после чего утопил ее. Возможно, такая же участь постигла бы и остальных участников группы. Но к этому времени Пшеничников пришел в полицию. Написав явку с повинной, он подробно рассказал обо всех преступлениях. Показания начала давать и Светлана Постовалова. В этом доме произошло, можно сказать, убийство. Отсюда вывезли двух людей на машине, загрузили их в багажник, увезли на место происшествия в лес. Обналичить деньги, стоимость дома с земельным участком составляет 300 тысяч рублей, Лешукову так и не удалось. За организацию трех убийств ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Самое удивительное, говорят следователи, с какой хладнокровностью этот молодой человек из вполне благополучной семьи лишал людей жизни. Молодой человек с такой легкостью пошел на совершение одного, второго, третьего убийства. Это же, конечно, вызывает определенные вопросы и недоумение. По психиатрической экспертизе не страдает никакими заболеваниями, вполне нормальный, вменяемый человек. Уголовное дело в отношении пяти фигурантов передано в суд. В отношении Светланы Туровой уголовное преследование было прекращено в связи с ее смертью. Оксана Савакова, Сергей Абалмасов, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру». Мошенники находят новые лазейки к деньгам зауральцев. Полицейские предупреждают. Злоумышленники рассылают СМС на мобильные телефоны граждан. В сообщениях от имени банка клиенты информируют о том, что действие принадлежащей ему карты приостановлено в связи с окончанием срока обслуживания. Для ее разблокировки необходимо обратиться по указанному телефону. Люди перезванивают, им отвечает мошенник от имени сотрудника банка. После, следуя инструкциям, введенные в заблуждение клиенты через банкоматы переводят деньги на счета мобильных телефонов злоумышленников. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не перезванивать на номер мобильного телефона отправителя и ни в коем случае не предоставлять информацию о реквизитах карты, номере, сроке ее действия, пин-коде, коде безопасности или об одноразовых паролях. Подавляющее большинство таких случаев мошенничества осуществляется заключенными, которые отбывают срок в исправительных колониях разных регионов страны. Холодный душ прямо в коридоре. Жильцы нескольких домов Кургана встретили осень с тазами в руках. Юрий Пестерев побывал в промокших насквозь квартирах. Жители дома номер 22 по улице Родионова встретили первый осенний дождь с тазиками и тряпками в руках. Все дело в том, что управляющая организация не успела завершить ремонт крыши. Правда, у жильцов дома возник вопрос, а начинали ли его вообще? Рабочих на крыше никто в этом году не видел. В ЖКО курганцы также не смогли застать директора или инженера, чтобы получить ответ на этот вопрос. Там сидела женщина какая-то, говорит, ну делать будем. Я говорю, да когда делать-то, дождись, сейчас пойдут. Говорю, кто делать будет? Никто делать не будет. Год уже делаете крышу нам. Не можете. Уже третий этаж. А если дожди постоянно пойдут, значит, протопит, будет топить до первого этажа. Все. Никому ничего не надо. 35-летний дом давно нуждается в качественном ремонте не только кровли, но и фасадов. Однако коммунальщики всего лишь разобрали подъездные козырьки и бросили их на газон. А в подъездах и квартирах пахнет плесенью. Она желтизна потолка, ничего не отбеливается. Всяко-всяко и ничего не могу. У тебя вот потолок, он желтехонек был. Я плиточками наклеила, а сейчас что у меня?
Вот плитку убери, так там все желтое, не забелишь, ничего не помогает. Жильцы собираются подавать иск в суд на возмещение материального и морального ущерба. А в 6-м микрорайоне Заозерного по швам протек абсолютно новый дом. Правда, к наводнениям его жители привыкли. 2 года назад, после косого дождя, воду из квартир приходилось буквально вычерпывать. Это просто кошмар. То, что... Вот, смотрите, это все вклюпает. Это выжимать нужно, я не знаю, какой силой. Несмотря на то, что дом находился еще на гарантии, застройщик проигнорировал просьбы его жителей. Обращение в суд также не принесло желаемого результата. После каждого дождя курганцы спасают свое имущество. Юрий Пестерев, Александр Менщиков, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру». Деньги выделены, но освоены не полностью. Причина – недобросовестные подрядчики. Финальные аккорды модернизации здравоохранения обсудили на совещании в правительстве области, которое провела замгубернатора региона Марина Калугина. Подробности в сюжете. Из 90 подрядных организаций беспокойство вызывают 2, доложил директор департамента здравоохранения Александр Карпов. Среди таких подрядчиков – компания «Кургансельстрой». На ее счету 2 неотремонтированных объекта – хирургическое отделение в Белозерской больнице и детская поликлиника в Кургане. Первое – это очень низкое качество проектно-сметной документации. Когда приступаешь к объектам, оно, как правило, не соответствует. И приходится переделать и пересогласовывать. Ну и второе – то, что работаем в действующих объектах и помещение освобождается очень медленно. Руководство второй недобросовестной компании-подрядчика присутствие людей в больницах не смутило. Выполнить работы на 2 объектах в срок им помешали другие причины, правда, неведомые заместителю директора организации. Я сейчас вот не готов сказать вот по этому первому объекту. А когда вы будете готовы, Виктор Викторович? Вы пришли на совещание при губернаторе вообще-то. Это не уважительная причина однозначно, но я просто успел посетить один объект. Это первый роддом. Там будет сдача произведена к 9 сентября. Завершить все затянувшиеся работы подрядчики пообещали к 1 декабря. Уже окончен ремонт в областном онкологическом и шадринском психоневрологическом диспансерах, а также в ряде других объектов здравоохранения. 90% оборудования от запланированного количества введено в эксплуатацию, отметил Александр Карпов. Завершились ремонтные работы в сосудистом отделении Курганской больницы скорой медицинской помощи. И вы знаете, что с апреля у нас уже функционирует региональный сосудистый центр на базе областной клинической больницы. В целом из 3 миллиардов рублей, выделенных на модернизацию системы здравоохранения Курганской области, на сегодняшний день фактически освоено 85%. Ольга Тыщик, Сергей Балмасов, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру». По поручению губернатора ремонт дворца бракосочетания должен быть завершен в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба областной администрации. Напомним, городской ЗАГС закрыли на реконструкцию в сентябре 2010 года. 26 миллионов рублей на его ремонт выделили из федерального и областного бюджетов. Украшать дворец будут центральная лестница, выполненная из мрамора и стекла, камин на втором этаже, а также хрустальные люстры. В ближайшее время в здание завезут декоративную итальянскую штукатурку. На этой неделе строители приступят к монтажу фасадных панелей. Олег Богомолов, который провел очередное рабочее совещание на объекте, поручил вести все работы в строящемся здании и около него одновременно, даже если для этого требуется привлечение дополнительных рабочих сил. Высококлассная медицина – еще один повод завести ребенка. С появлением в Кургане областного перинатального центра у зауральских мамочек стало куда меньше причин волноваться. Подробности знает Юлия Кобылина. В родильный дом вместе с мужем. Теперь зауральские мамочки могут не только производить на свет ребенка в присутствии своей второй половинки, но и находиться вместе с папой малыша в палате в течение всей госпитализации. Послеродовое отделение в перинатальном центре располагается на 5-м этаже, занимает 3 блока, рассчитано на 50 коек, включает 34 одно-, двух- и трехместных палат и является самым большим. Здесь все есть для пребывания. Есть тумбочки, вот здесь есть стол, где женщина кушает. Кушают они все в палатах. Здесь пеленальный столик, здесь кроватка для ребенка. Посещение здесь строго по часам. В каждой палате есть отдельный туалет и душ. Однако и это не предел комфортабельности. Кроме обычных послеродовых комнат, в центре есть сервисные палаты. Здесь женщина находится одна, также стол, есть телевизор, есть микроволновая печь, есть диван для посетителей, родственникам можно ночевать. Диван раскладывается, пожалуйста, здесь предоставим все постельные принадлежности, есть холодильник. Вот в такой-то палате и можно жить вместе с мужем. Или приглашать его в гости в любое время, как это делает молодая мама Наталья Колпакова. Будучи еще беременной, женщина лежала в центре в отделении патологии. В
полной мере ощутив заботу врачей, она, не раздумывая, отправилась рожать сюда же. 2 дня назад Наталья произвела на свет первенца Арсения. Уже назвали, выбрали имя. Тут же, наверное, зарегистрируем. Сказали, что тут же можно и зарегистрировать ребеночка. Вон у меня спокойный. Как бы вот только руки высовывает, да вот надо по щечку ручку положить, тогда мы спать будем. Не запеленовывают, как раньше-то нам с мамой запеленуют в 10 пеленок. Нет, ему надо, чтобы руки на свободе, вот так спокойный, поест, спит. И мама, и малыш чувствуют себя прекрасно, а это значит, что скоро они отправятся домой. В течение оставшегося времени врачи будут внимательно следить за новорожденным. Будут взвешивать его, купать, умывать, измерять температуру, следить за тем, чтобы пупок заживал, а также научат мамочку пеленать малыша и правильно прикладывать к груди. Родильный дом, ну, как бы придерживается программы грудного вскармливания, совместного пребывания. То есть мама по требованию ребенка в любое время суток должна прикладывать к груди ребенка. Обязательно приветствуются ночные кормления, потому что при кормлении ночью у мамы вырабатывается в организме определенные гормоны, которые помогают тому, чтобы молоко вырабатывалось в организме лучше. Спустя 4-10 дней после родов мам и малышей выписывают в торжественной обстановке. На сегодняшний день в стенах Курганского перинатального центра появились на свет более 1200 новорожденных. Юлия Кобылина, Сергей Абалмасов, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру». Квартиры сиротам, места в детских садах дошкольникам. О том, как в районах выполняют поручения правительства, смотрите в следующем сюжете. Первым о ситуации по доступности дошкольного образования в Альменевском районе отчитался его глава Дамир Сулейманов. В Альменевском районе функционирует 8 дошкольных образовательных учреждений. И в этих учреждениях сегодня проходят у нас воспитание 288 детей. Из всех детских садов района лицензировано только 2. Решить проблему глава пообещал в этом году. На сегодняшний день в Альменевском районе в очереди стоят 109 ребятишек. Из них 80 проживают в районном центре. В Белосерском районе 71 ребенок с 3 до 7 лет. Чтобы решить вопрос с нехваткой мест в учреждениях дошкольного образования, открывают дополнительные группы в детских садах и группы кратковременного пребывания. Однако этого недостаточно, отмечает Иван Попов. Надеемся, что у нас получится все-таки организовать подвоз из деревни Чемеево в село Ягодное. Так как там детский сад свободный, расстояние небольшое, детский сад работает, но контингент детей в Ягодном уменьшается, а в Чемеево растет. После получения нового автобуса мы планируем все-таки использовать его ранним рейсом. Сейчас новые садики в рамках инвестиционной программы строятся в селе Веденское Китовского района и селе Шатрово. В целом в Курганской области, по словам Анатолия Додонова, в этом году будет введено около 2000 новых мест для дошкольников. На начало года в очереди стояло 7373 человека в возрасте от 3 до 7 лет. На сегодня она снизилась до 5933 и прогнозируем где-то выход на конец года до 4000 человек. Следующим вопросом, рассмотренным на совещании, стало обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в Альменевском районе в этом году выделили квартиры для 6 человек. До конца года жилье предоставят еще 12 детям-сиротам. В Белозерском районе – 9. К зиме там планируют сдать очередной дом для сирот. К ноябрю месяцу мы его запустим. Уже и вода заведена, и газ подведен, электроэнергия. Остались отделочные работы внутри. В этом году на эти цели Зауралье будет потрачено 280 миллионов рублей. Жилыми помещениями планируется обеспечить 359 человек. Из них 216 квартир уже предоставлены. Причем в 85 случаях в новых домах. Ольга Тыщик, Сергей Абалмасов, Светлана Брагина. Информационное агентство «Курган.ру». В Кургане только один трудный подросток до сих пор не пошел в школу. Жизнь таких, как он, под контролем комиссии по делам несовершеннолетних. На очередном заседании специалисты подвели итоги летней работы. В очередном совещании приняли участие представители опеки и попечительства, управления МВД, специалисты по работе с молодежью Департамента социальной политики. Одной из главных тем стало проведение операции «Пора в школу». Со всеми семьями, находящимися в списке риска, в течение лета проведены психологические беседы, отмечают специалисты. Основными причинами непреступления детей к занятиям является ненадлежащее исполнение обязанностей родителей по обучению детей, семейное неблагополучие и нежелание самих детей обучаться. Большая часть из данного списка 29 несовершеннолетних – это в основном дети, которые у нас уже не учатся несколько лет.
Организация досуговой деятельности, привлечение трудных подростков в культуру и спорт – следующий вопрос для обсуждения. За последние 2 года Центр является организатором ряда городских мероприятий, финансируемых целевой программой развития физической культуры и спорта в городе Кургане. Это такие мероприятия, как «Веселый снеговичок», «Семейные веселые старты». В прошлом году 1 сентября в школу не пошли 87 детей из неблагополучных семей. В этом году к занятиям не приступило 29 трудных подростков. По словам специалистов, на сегодняшний день все, кроме одного, посещают школы. Олеся Караульных, Сергей Абалмасов, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру». В Курганской городской библиотеке имени Маяковского прошла акция «Книга в подарок». Все жители нашего города могли взять понравившуюся книгу бесплатно. Стеллажи и стойки с книгами из читального зала перебрались на крыльцо библиотеки имени Маяковского. Самые разные жанры представлены в сегодняшней акции. От детективного романа до поздравительных книжечек. Акция «Книга в подарок» становится традиционной. Проводится она 2 раза в год. Весной в день славянской письменности и осенью в день знаний. Кому-то довелось найти то, что он хотел давно иметь в домашней библиотеке. Сегодня вообще-то больше, чем обычно лежит. Я уже много собрала себе, 9 книг «Мастера детективов», 3 «Мушкетера», «Викон де Бражелон», 20 лет спустя. Книги, которые раздают читателям, не из фондов библиотеки. Курганцы приносят их в дар. Однако все книги не удается сохранить. Поэтому и возникла идея проводить такое мероприятие, давая книге второй шанс на жизнь. Это разные книги разных жанров, и детектив, и фантастика, книги по программе. И филологи у нас хорошо берут книжечки, потому что русская и зарубежная проза, классика, учебная литература. То есть могут горожане много интересного найти. На протяжении 3 лет в библиотеке осуществляется обмен книгами. Так называемый буккроссинг по Кургану. Одни издания зауральцы забирают себе, другие приносят библиотеку. Данная форма работы вызвана интересом читателей, отмечают библиотекари. И наши читатели уже знают об этом. И приходя в библиотеку за нужной книгой, они обязательно берут с этой полочки ту книгу, которая им понравилась. В свою очередь приносят на эту полочку и оставляют книги, которые уже ими прочитаны. И вот такой вот обмен между читателями книгами, он осуществляется у нас постоянно. Даже непогода не смутила курганцев. Многие из них при виде книг задерживались и выбирали себе экземпляр по душе. Кто-то брал учебную литературу для детей, а кто-то фантастику. Главное, что остались еще в Кургане любители читать книги и слушать шелест перевернутых страниц, отмечают библиотекари. Марина Белкина, Олеся Караульных, Андрей Глазырин, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру». На сегодня это все новости. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Климат 45. Кондиционеры. Телефон 606-777. Улица Родионова, 62. И климат под контролем. Вы строите дом? Курганский завод стеновых материалов «Параблок» предлагает вам приобрести газобетон собственного производства. Телефон 640-185. Теле-7. Это интересно всем. Внимание! Читайте в новом номере журнала «Теле-7». Почему Иосиф Кобзон 40 лет не меняет жену? Отчего похудела Алла Пугачева? В каком состоянии ваши сосуды? Пройдите тест «Теле-7». Новый номер «Теле-7» в продаже с 6 сентября. Покупайте в сети «Метрополис», «Магнит», «Монетка» и в киосках «Почты России». Жители и гости города Курган, встречайте гастроли самого яркого шоу. Цирк Шапито Арлекин, воздушные гимнасты, дрессированные животные и веселые клоуны. Праздник, который вы так долго ждали. Благотворительный фонд «Мама» при поддержке правительства Курганской области объявляет творческий конкурс, посвященный Дню Матери, Году Молодежь Зауралья, за дружбу и сотрудничество народов. Горжусь Зауральем своим, что было, есть и будет. Пусть все, чем богата наша с вами малая родина, люди, природа, история, места и события, обернется страницами ваших работ. А чем гордишься ты? Все подробности по телефону 42 54 14. Тебе под
салон с названием «Аккорд». Музыкальный салон «Аккорд». Курган, улица Кирова, 105. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Екатерина Соснина. Магазин-салон «Аккорд» предлагает акустические и электрогитары, синтезаторы и цифровые пианино. Звуковое оборудование, огромный выбор, качественных инструментов и низкие цены порадуют как начинающих музыкантов, так и профессионалов. Магазин-салон «Аккорд» Кирова, 105. Телефон 611-222. А теперь о погоде. Завтра к западу Урала будет прорываться очередная облачность с Атлантики, и здесь могут пролиться небольшие ливни. А на азиатских склонах гор по-прежнему скажется влияние антициклона. И задержится тихая и солнечная погода. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске без осадков. Температура днем плюс 16, плюс 19. В Кургане ночью переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 5. Днем в Кургане переменная облачность без осадков, ветер южный, юго-западный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19. Атмосферное давление будет слабо расти. 6 сентября солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Выбираю жизнь. Закончится. Иногда мы упускаем возможность вовремя поговорить с ними. И тогда они уходят. Навсегда. Тысячи детей и подростков ежегодно погибают по причинам, связанным с употреблением наркотиков, так и не успев стать взрослыми. Поговорите с ребенком откровенно. Предупредите об опасности заранее, пока беда не коснулась вас. Каждая беседа может стать решающей. Если вы не знаете, как начать разговор, обратитесь к профессионалам.